гениальных поэтов: Анну Андреевну Ахматову, Осипа Мандельштама, Владимира Маяковского и многих-многих-многих-многих созвездий звезд на небе, скопления душ на земле. Так же, как звезды в небе тяготеют друг к другу неведомой силой, так и люди объединяются в сообщество. Каждый из них ежевечерне бежал сюда, чтобы находить уединение и вдохновение среди своих. А богатые почтенные господа ходили во все глаза смотреть на это царство богемы, которое обернулось расцветом русской литературы. Вы знаете, в этом помещении я бывал очень много раз в течение многих лет, когда был жив хозяин и тот человек, который воссоздал это помещение, Владимир Александрович. Я очень часто приходил сюда с друзьями и с солистами после концертов, поскольку я дирижер филармонии. Очень часто я с солистом, следующим солистом после концерта приходил, и мы отмечали удачные концерты. Это и были и российские солисты, и иностранцы. Всегда я приводил солиста, который здесь был первый раз, вот в эту комнату. Если вы взглянете сюда, кто не был, вы увидите, что здесь фотографии выдающихся русских поэтов, писателей, а также деятелей других жанров искусства и балерин, скажем, которые посещали в свое время это замечательное место. Автор спектакля Лариса Габитова – это многогранная, талантливая женщина, она и замечательная пианистка концертмейстера Кировского театра, она и поэтесса и драматург, она написала эту пьесу. Кроме того, она учится сейчас дирижированию в моем классе в университете искусства симфонического дирижирования. Человек, который фонтанирует идеями и... Вечер мягко густеет, струями шелка платье, кажется, слишком мало пальмовых лап объятий. Хитросплетение рутанга я ловить не в силах будущей страсти танго. Слушаем вместе с милым Ролич черного кофе, кубик льда снимал. Я не ждала столь слаб, вдруг поцелуй бывает. Неосознанной молитвой не отмолишь никогда. Незаконченную фразу ты забудешь навсегда. Неотправленное письмо завалялось пыльно где-то. Невенчанное кольцо на чужой руке надето. Так что у нас здесь? Лимончик! Это хорошо. Лимончик, под него бы и коньячку не мешало бы. Да, Борис Константинович, не стесняйтесь, конечно. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы здесь еще не выступали? Было? Так давайте еще вам сделаем сольный вечер. Сольный вечер здесь. А? Зайдите ко мне как-нибудь на днях, поговорим и обсудим. Ну, я думаю, удастся что-нибудь сделать. Ваше здоровье. О! Ох! Ну и день выдался сегодня, господа. С утра начет сметы. Нет, это гениально. Кое-как деньги вывел. Так еще и жмутся, господа инвесторы. Не понимают. Не понимают размаха предстоящих событий. Да, а потом сразу к Мейерхольду. Он же без меня никуда. Так и просидели с ним до полудня. Все основные режиссерские линии вывели. Ему теперь только собрать осталось. Ну куда? Куда Всеволоду Емельевичу дорогому без меня? Куда? А потом... А потом что было по... А потом с нашими нимбами и обедать поехали. Будьте здоровы. Да. Ну, а потом... А потом сразу... О, я вижу, он человек не понимает, знает толк в дамах. Потом сразу кататься. А, ну вы же знаете, как угодить барышне. Поехали туда-сюда. Вот, вот только четырем в привал добрался.
понимаю. Владимир Владимирович, вы прямо как глава сицилийской мафии. Не изменяете своим принципам. И шляпа, и плащ. Нет, вы точно не тот, за кого себя выдаете. А что это вы, как только услышали куплеты Мефистофеля, подскочили-то так? Спеть желаете? Спою я, Борис Константинович, в следующий раз. В следующий раз. А сейчас позвольте небольшое эпоте в честь новобранца, так сказать, пошевелю буржуев немножечко. Эпоте! Эпоте? Да, эпоте! Эпоте — это как раз то, что нам нужно! Я бы даже сказал, необходимо. Шпарьте, Владимир Владимирович. Приветствую! Вам, проживающим за оргией в оргию, имеющие ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из колонок газет? Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрала у Петрова поручика. Если бы он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанной в котлете губой, похотливо напеваете северянина, вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре бледям буду подносить ананасовую водку. Прошу вас, господа, успокойтесь. Не все у нас здесь такие эксцентричные. Не все. А вы, Владимир Владимирович, идите. Не смущайте почтенную публику, идите. Идите во свояси и стучите на своем барабане. Идите. Заходи, дорогой! Заходи. Знал, что ты не обидишь друга, зайдешь как-нибудь. Все-то ты в ангажементах. Большой и ласкало. А как же друзья-собачники? Так и не обласканы твоим вниманием. Федор Иванович, может быть, коньячку? А? Или водочки? Да соленым огурчиком, а? Подожди, Борис Константинович. Водочки я выпью после. Все, потом... А может быть, споете? Конечно, спою, обещал ведь. Договор дороже денег. А можно я вам аккомпанирую? Конечно, пожалуйста. Прошу вас. Что будем пить? Блоху. Oh!
случилось, что я женился на самой обыкновенной барышне. Во всяком случае, так говорили. Все, конечно же, ожидали, что я привезу в качестве жены мулатку. Или женюсь на розовом кокоду. Да. Но сам бы я никогда не сказал про Аню, что она обыкновенная женщина. Я знаю женщину молчанием. Усталость горькая от слов живет в таинственном мерцанье ее расширенных зрачков. Неслышный и неторопливый, так странно плавен шаг ее. Назвать нельзя ее красивой, но в ней все счастье мое. Она светла в часы томлений и держит молнии в руке, и четкие сны ее, как тени на райском огненном песке. Интересно. Будьте добры. С вашего позволения. Ну, так, отчего же нет-то? Откушаю, пожалуй. Да, Заканта всегда можно. Господа, Заканта, наливайте. Не стесняйтесь. Здесь все свои. И про Канта тоже поговорим. Ваше здоровье. Так тихо. Ой. Хороший коньячок. А вчера, знаете, вчера, ой, в общем, утро не задалось. Но, надо сказать, вечер, я вижу, задался. Так, с какой бы стороны я его... Не стой. А ну, забой. Хорошо. Хорошо. Ну что, шампанского? О! Есть идея. Хотите, стихи почитаю. Да. Боже мой, это так интересно, дорогой мой. Да. Ну что, Наташенька, золото мое, давай бахнем. Играй. Весел вечер за бутылкой искрометного вина. Полон я любовью пылкой. Обекина уж пьяна, к черту пузы узких юбок, сладок белых зрелый плод, из бутона алых губок, как пчела сосуя мед. Смех бикины все счастливей, поцелуи горячей, и движение даже ближе, и дыхание тяжелее. Но вы, Александр Иванович, что вы делаете? Да. Что вы все за вами?